Всем привет, друзья! Давно мы не разбирали площадки с долгосрочной перспективой и умеренными процентами. И сегодня я вас познакомлю с действительно масштабным проектом, а главное, что он находится в числе тех, что можно назвать реальным бизнесом. Компания ExpoBiz занимается разработкой уникальных финансовых проектов, связанных с безопасностью и полноценным построением экосистемы. Продуктов много, а главное, каждый работает, а не просто написан на страницах сайта. Продвигаются такие продукты. Во-первых, ExpoPay – это платежная система нового поколения, которая поддерживает популярные методы оплаты, включая биткоин, эфириум, биткоин кэш, ADF кэш и Perfect Money, и позволяет проводить платежи на вашем сайте через API. Продвинутый функционал ExpoPay API и легкость в обращении оставляют решения конкурентов далеко позади. ExpoPay предлагает обмены операций между большинством фиатных и цифровых валют с фиксированной комиссией 0,5%. Данная защитная система гарантирует безопасность средств и дает вам полный контроль над балансом вашего кошелька. Для удовлетворения пользователей и повышения скорости транзакции в системе используется дополнительный внутренний доллар, который дает возможность переводить средства между кошельками системы с 0% комиссии. Во-вторых, это ExpoPlan. Это цифровой инвестиционный продукт, который дает экспоненциальный рост вовлеченным пользователям. Принцип работы пакетов состоит в прозрачном и эффективном распределении средств между участниками сети. 75% с покупки пакета распределяется между участниками сети, а 25% как доходы акционеров компании. Имея активный тариф, открывается возможность работать по реферальной программе этого направления с массой переливов. При соблюдении определенных условий проект открывает новые уровни, предоставляя повышающийся процент отчислений с продаж. В-третьих, это Telegram Wallet плюс Exchange. Это универсальный кошелек для криптовалют с функцией обмена и покупки криптовалют с помощью карт Visa и MasterCard. В отличие от регулируемых государствами обменников, Expo Telegram Wallet плюс Exchange обеспечивает прозрачность без необходимости идентифицировать пользователя. Expo Telegram Wallet позволяет создавать множественные адреса для цифровых валют Bitcoin, Ethereum или USDT. В-четвертых, это мобильный кошелек. Это способ вывести рынок цифровых платежей на новый уровень удобства. Данные пользователей шифруются и хранятся в доступном только вам месте. Дополнительная защита гарантируется кластером приватных блокчейнов, использование которого устраняет возможные риски, связанные с большинством онлайн-кошельков. В-шестых, это уникальный мессенджер с защитой, который дает больше, чем просто шифрование. Он стирает все метаданные, включая данные об отправителе. Таким образом, лишь вы знаете, кто отправил вам сообщение. И последний продукт – это трейдинговая платформа 2.0 CryptoCaps. Это кроссплатформенное клиентское приложение для Windows, macOS, веб и мобильных устройств. Как я говорила, эти проекты уже функционируют. И наконец-то мы дошли до самого интересного – акции от ExpoBiz. Это лучший способ увеличить активы в 7 раз. Компания выпустила собственные акции, которые регулярно приносят дивиденды и дорожают в цене. Прибыль начисляется плавающая 2 раза в месяц, а сами акции приносят дивиденды в течение года. Условия здесь следующие. Стоимость одной акции составляет $81.44. Максимальное количество акций, доступное для покупки, 5 штук. Спустя год акции можно будет продать, и цена уже будет выше. В течение года приходит прибыль 7-20% ежемесячно, 2 раза в месяц, 1 и 15 числа. После долгого изучения проекта я решила приобрести акции. Для этого необходимо зарегистрироваться в личном кабинете. Регистрация довольно простая. Необходимо ввести email, имя, фамилию, номер телефона и пароль. После регистрации подтверждаем создание аккаунта через почту, чтобы аккаунт считался верифицированным. Обратите внимание, здесь не нужно оставлять свои сканы ваших документов, достаточно просто подтвердить почту. После входа в личный кабинет пополняем баланс кошелька удобным способом, нажав на кнопку пополнения. Тут есть биткоин, эфириум, USDT, Perfect Money и Power. Я пополнила с помощью USDT и биткоина сумму $388. После этого переходим во вкладку Expo Shares, нажимаем «Купить» и вводим желаемое количество акций. Я купила 5 акций по цене $77.57. И да, пока я готовила это видео, 10 раунд акций был уже выкуплен, и акция уже стоит $81.44. Далее нажимаем «Submit». После этого выберите способ оплаты акции и необходимо согласиться с условиями использования. И нажимаем «Complete Checkout».
И все, поздравляю, вы стали обладателем акций. Также, друзья, ссылка для регистрации в этом проекте есть в описании под видео. Делитесь с друзьями и будем зарабатывать вместе на проекте Экспо. Что ж, я действительно увидела перед собой мощный международный инвестиционный проект с реальным бизнесом и продуктами. Разработки уже давно приносят прибыль и подключены к проверенным временем структурам с огромными деньгами. Акции приносят дивиденды и в будущем будут распределены на IPO, поэтому их стоимость активно растет. Есть знаменитое лицо, реальные люди, вебинары, встречи, договора и много чего еще. Проводится колоссальная работа по внедрению наработок и получению реальной прибыли. Направление данное считаю долгосрочным, потому что на 2021 год запланировано много мероприятий, а отзывы о ExpoBiz будут становиться только положительней. Всем рекомендую присмотреться, а по вопросам обращаться ко мне в личку. На этом у меня все, друзья. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех событий и самых свежих новостей криптомира. Увидимся в следующем обзоре. Пока-пока!